Эй, не меня ждете, нет? Не бойтесь, сударыня, не кусают. Удачи вам. О, девушка-бунтарка. Ух ты, на Марину вылазит. Думала на Канары, а везут хорошо за МКАД. Я вам принес долги вернуть, сударь. Не скупись свои грехи. Должен. За то, что гонял с вами в школе. Вы же по легенде. Похоже на Кристину. Такой же властный и мерзкий взгляд, как у Кристины. Удержите вам долги. Еще 500 рублей должен. Хорошо. Еще занесу. Это, ты не должен. Я не Кристина. Кристина в магните работает. Есть. У меня фотография в ВКонтакте есть. Не Кристина. Не Кристина, да. Я не Кристина. Похоже на Кристину. Да Кристина в магните работает. По легенде у меня все черноволосые, это Кристина. Нет. Все, буквально, абсолютно все. Офигеть. Абсолютно все. Но я не Кристина. Похоже на Кристину. Меня Алена зовут. Алена Кристина? Нет. Саша просто... Таня, да? Нет. Ладно. Спасибо. Хорошо. Давай удачи. Счастья, здоровья вам. Ого. Змеиный коллектив. Здравствуйте, сударыня, удачи вам. Да. У меня скоро день рождения будет. Может, у Калину мне подгоните на день рождения? Калин, умоляю. Что с ней случилось? Когда она сидела? Я всю страницу удалил. Мне не написать пока. Иди, ши. Саша, скажи, что с ней случилось? Она умерла или что? Умерла. Ее убили? Она сидит на студенника, да? О, как жалко, что ее убили, так не встретиться с ней, она как раз свобода была. Ох, как жалко. Маша, вам помочь мне, Юрия? Вам поднести? Нет. Не бойтесь, давайте я вам помогу. Нет. Да не бойтесь. Спасибо. Я помогал, кто больше уборщица раньше. Ладно, пойду я. Давай я тебе помогу хотя бы, можно? Все выезд, да? А ты это помогал одному южанину вот эти коробки с грузовика растащить? Тяжелые были, с водичкой, да там алкоголь был. Так что сейчас обращайтесь за помощью, хорошо буду вам помогать. У вас как раз мужчин мало, да? Ну ты к 10 подходи. К 10? Они пустые, мне полные нужны. Полные к 10 приезжай. Утра. А если я встану, я проснусь в 11, я ночью не сплю, я сова. Постараюсь помочь, удачи, или пустые вам вывезу. Удачи. Состав, тройка. Состав номер 3. Ух ты, круто. Thank you.
А что, Рената Мороза сегодня нету, да? А где он с Маленой? Он должен с ней переспать с Маленой. Он похож на Рената Мороза из фильма «Малена». Смотрели этот фильм, да? Посмотрите кассовый фильм, клёвый. Вам понравится. О, здравствуйте, сударыня. Как у вас жизнь? Все нормально? Хорошо. А у вас? А у вас можно дом купить и кофе взять? А? Дом купить и кофе можно? Дом мне. Хорошо. Я бы потом вернул, я вам возвращаю деньги, вы же знаете. Нет. Хорошо. Вначале. Может вам помочь? Может вам помочь разложить точно? Нет, спасибо вам. Да, чем помогу? Нет, мы сами, да. Они с длинными трубой, да, нет. Хорошо. Я хотел вам просто помочь разложить. Я всем помогаю, нет, вы знаете. О, Кристина, привет, привет, Кристиночка. О, туннель построили наконец-то. Выровняли перегон. Опасный перегон. Опасный перегон. О, парадная гильзия, девушка-бунтарка. А вот ее новые окна. Вот они, окна девушки-бунтарки. На малиновой ладе. Думал, на Канары, везут ее замкат. Так хочется женского тела. Но не Кристининого, конечно же. Кристининого уже не хочется. Вот она где живет, Кристиночка Мусищук. На втором этаже в пятой квартире. Первая парадная. Какой-то мне домофон шоку. Не все, мне ключи домофона сделать. Сейчас посмотрим. Ну вот, цифра, то есть контактный. Пятая. Не, сброс. Не буду звонить. Бесполезно, за них все равно пошлют. Значит, Калина убили. Теперь понятно, Кристина одна осталась. Если она будет продолжать убивать людей, то ее тоже сама убьет. Она обречена, я знаю.
Да. Калина умерла, остался Мосищук. Однако. Моя жизнь без тебя, словно солнце без тепла. Моя жизнь так пуста, ты ушел, и я одна. Без тебя моя жизнь, словно темная печаль. Ты мой свет на земле, я люблю тебя. Девушка-бунтарка на малиновой ладе. Что за срань?
Кошечка какая-то, котеночка ведет. Куда котеночка? На пытки ведут инквизиторские. Куда котенка повели? Кошечку. Куда повели? На пытку. О, похоже на кобру. Что за кобра? Что за козюка? Куда кобра очковая пошла? Там окна девушки-бунтарки на малиновой ладе. Ух ты. Думала на Канары, а везут ее замка. Эй, там в окне бросайте вашу жизнь, не терпи. Тут пополз.